Обратите сейчас внимание, ребята, это у нее AirPods в ушах. Что такое? Вы что делаете? Вы что, с автоматом пришли? Уберите, не наводите на меня, вы что делаете? А теперь она сняла AirPods. Обязательно пишите в комментариях, зачем она это сделала. Будем думать вместе. Лично я думаю, на той линии сидел Гриффер. Вы что делаете? Успокойтесь. У вас боевой автомат. Вы что, убедите? Я сколько раз обманывал? Что я сделал? Сколько раз говори? Говори, сколько раз? Сколько раз? Чего я сделал? Вы не наводите на меня оружие. Вы что делаете? Я не буду наводить, я сейчас все. Не надо, вы что делаете? Вы что, успокойтесь. Успокойтесь. У тебя не будет ничего, не твоей игры. Я понял, успокойтесь. Ты детей, которых ты обманываешь. Каких детей? Пожалуйста, не направляйте на меня. Я вас серьезно прошу, у вас боевой. Я тебе сказала. Да, слушай. Удали ролик. Я тебе говорила. Так, стойте, вы что направляете? Вы мне не говорили удалить ролик. Ребята, мы добавили новую крутую команду владельцу сервера. Это команда Protect. Став владельцем сервера, вы просто прописываете команду Protect в чат. Вы получите сообщение, что защита региона активирована. Это значит, что никто на всем сервере вообще не сможет сломать ваш дом. Да, даже злые владельцы сервера. Гриффер получит сообщение, что упс, это регион владельца сервера, его сломать нельзя. Они даже не смогут посмотреть, что у вас лежит в сундуках. Теперь вы сможете защитить свой регион и домик, и никто не сможет его сломать. А для этого нужно просто стать владельцем сервера на нашем сервере Серджокрафт, на котором мы запустили новые скидки в 90%, которым осталось 2 дня. Получи права практически как у меня. Становись владельцем и защити свой регион. IP в описании под видео. Подождите, вы что делаете? Ну вы же... Я тебя просила не обманывать детей! Я не обманываю... Просила! Не наводите, пожалуйста, у вас боевой автомат, серьезно. У меня боевое! Да. У меня все боевое, у меня не только... Боевое, у меня сердце боевое! Не наводите, пожалуйста, подождите. Удаляй! Удалите ролик? Где компьютер? Я сейчас пойду его расстреляю! Не надо, ну... Где? Чего, где? Где компьютер? Компьютер, чтобы его расстреляли показать? Возвращай админу! Возвращай! Админку, еще и внуку админку! Возвращай! Как с вами разговаривать? Ты нам еще заплатишь моральный ущерб! Я понимаю, пожалуйста, я сделаю, что вы хотите, только... Удаляй ролик, я сказала! Ролик? Какой удалить ролик? Да не надо, стойте, успокойтесь! Да вы что делаете? Подождите, вы что делаете? Я не должна еще говорить, какой ролик удалять, да? Успокойтесь, пожалуйста, давайте. Как вам будет угодно. Давайте, успокоимся, пожалуйста. Ну что же вы... Включай компьютер, где он у тебя? Включай! Там у меня, в той комнате компьютер. Вот там у меня. Что вы хотите с ним делать? Не надо только с ним ничего делать, пожалуйста. Не надо ничего с ним делать. Я вас прошу, стойте. Не надо ничего. Ну что не так? Что мы хотим с вами сделать? Я сейчас был в игре, вот. Что с ним? Я хочу, чтобы ты отдал нам нашу админку. Да стойте, да, ну вы меня что-то просите, наводите его на меня. Ну вы что делаете? Ну... Да потому что уже... Терпения нету! Не надо. Ты знаешь, что я иду на преступление! Я вот этот вот автомат купила! Знаешь, за какие деньги? Я знаю, но как же лицензия должна быть на него? Как же вы его купили-то? У вас что, есть? Отдай админку, говорю тебе! Да стойте, успокойтесь! Отдай. Да, хорошо! Я Ироник! Я уже устала, я бабушка! Отдай! Давай садись! Быстро садись, удаляй все! Ну что же вы так волнуетесь? Вы зачем? Ну что же, мы же могли нормально, ну что же вы, ну... Вы чего? Удаляй все ролик, я сейчас сделаю! Да не, ну стойте, ну подождите, вы говорите, я сейчас сделаю, сейчас все будет. Садись, удаляй! Удаляй, садись, я сказала, вы сделали! Я понял, да подождите, да стойте, вы сейчас реально меня застрелите, не надо, вы что делаете? Я реально боюсь, ну, не стыдно признаться, я... Мне страшно, вы чё? А я не боюсь, да? Я вот еще вас снимаю, вы сами зачем это все делаете? Если я не сниму, понимаете, а потом я буду говорить, ко мне бабушка с автоматом пришла, мне кто-нибудь поверит в этой жизни? Я должен все снимать, а теперь мне поверят. Ну зачем же вы так делаете? Ну что же? Давай админку. Внуку вернуть админку вам? Внуку? Я верну ему админку, хорошо, плевать там, пусть он гриперит, плевать мне, я верну. Видела, удалил ролик. Удаляй, быстро при мне! Ну, невозможно, там так быстро нельзя удалить, даже если захочу. Там надо целую заявку оставлять. Целую заявку, а на удаление они это рассматривают, а потом удаляют. А то так все было бы просто. Садись, удаляй. Ну я... Садись, удаляй, я не могу сейчас. Да я не могу сейчас это удалить. Ну я заявку подам, я верну админку, я говорю, админку верну.
верну админку, как вы... А мне гарантии, я хочу гарантии! Давай гарантии! Я не буду... Я хочу гарантии! Не надо, подождите, посмотрите, вот, посмотрите, реально, подойдите туда. И, вот, видите игра, Майнкрафт, видите, я уже в ней. Это то, где у вас играет внук. Вот, я уже... Так, аккуратно, сейчас вы ударите, сейчас вы... Пожалуйста, ну не надо, я же объясняю вам. Нажимай. Здесь ничего сейчас не нажать, Я верну вам, вы мне потом пришлите. Аккуратно, вы что делаете? Тут же сейчас... Пожалуйста, не надо, ну не делайте этого. Здесь все дорогое, пожалуйста, не надо. Я вам все верну, пожалуйста, серьезно. Я вам все верну, реально, давайте мы успокоимся. Мы с вами это уберем. Вы мне пришлите потом... Не наводить, ну что же вы мне, не знаю, вы ник, принесли ник сына, внука, принесли? Ну а как же я вам вот что, верну админку, я же не помню, ну я, ладно, я узнаю, я вспомню ник, я его верну, реально. Ты знаешь все прекрасно. Я все верну ему. Мошенник, ты знаешь меня прекрасно. Я все верну ему. Я верну ему админку, бог с ним, этого владельца я верну, пусть играет, что хочет делает. Я верну. Ролик, отправлю заявку на удаление. Как вы говорите, пожалуйста. Какой моральный ущерб? Какой моральный ущерб? Любой. Моральный ущерб? Я устал. Ну а как я вам? Ну я вот тут сделаю, что вы хотите. Я верну ему админку. А моральный ущерб? Ну а как я вам верну моральный ущерб? Как да. Я не знаю! Чего мою? Вы я что? Уже устал! Ой, пожалуйста, я все я сделаю. Я уже устал, я уже говорила, но я устал. Я все сделаю. С бронетранспортером к тебе приехать, что ли? Не надо с бронетранспортером. Как ты мне уже надоел, боже мой. Я устала, как я. Я все сделаю. Давайте, пожалуйста, вы сейчас... Пожалуйста, как вы, не знаю, по городу будете так идти? Как вы так шли? Я не знаю, вас не остановили, что ли? Это опасно. Вызывайте такси, едьте домой. Я все сделаю, как вы сказали. Ну сколько... Ну давайте, правда, серьезно. Я вам... Ну, как бы, ну давайте откровенно, я очканул. Она тут, что-то тут как будто она повредила. Но я боялся, что она этим прикол... Ну, я реально, ну, как бы, дрожит рука. Я сейчас здесь, я был просто в моей... Ну, я почти каждый день на сервере, просто я часто АФК. Вот, фух. Ребята, я постараюсь, я реально верну ему админку, реально я верну, я найду этот ник, вспомню, я верну ему, пусть играет. Вы не обижайтесь, ладно? Но я сказал, что верну, я верну. Но ролик удалять я не буду. Я немного обманул, да. Она посмотрит на видео, скажет, что я обманул, но больше я ее не впущу сюда. Пусть что хочет сделать. В следующий раз я вызову полицию. Как-то мне не смешно. То суд, то с автоматами бабушки приходят. Это вообще, конечно, да. Вы не смотрите на мою реакцию. Я пока, наверное, в шоке больше, чем понимаю, что происходит. В общем, привет, Серджу. Да, привет. Поэтому, ребята, админку я верну, не обижайтесь. Пусть у него будет владелец. IP в описании под видео. Залетайте, у нас новая версия. Вайп, там все дела. Залетайте. Все, я пока пошел, наверное, штаны сушить. Еще я боялся, что она что-нибудь испортит, сломает или застрелит меня, например. Ладно, пока, что-то я вышел из сети, что-то да.